Привет, друзья! Здравствуйте! С вами мама Саня, мы на канале Мисс Саня. Ну что, у Сани очередная тренировка. Я пришла немножко в эту комнатку сидеть, потому что Саня сегодня будет долго и очень долго тренироваться. У нее сегодня даже две лошади на тренировке, поэтому сейчас я вам немножко покажу, как она тренируется, и потом, наверное, я ее попробую немножко поговорить с ней. Хорошо? Все, давайте. Вот, смотрите. Девчоночка наша, вот тренер стоит, а вот мисс Саня, смотрите, вау, вот какая она у нас красивая девочка. Сегодня приехали немножко пораньше, сегодня очень много тренируются, как никогда. Бывает, что вообще манеж бывает пустым, а сегодня видите, сколько людей. Ну, Саня, сегодня будет немножко такая тренировка, потому что я думаю, что, наверное, это первая тренировка, когда у Сани столько народа и что столько много лошадей вокруг нее. Ну, поэтому будет что-то интересное, я так думаю. Вот так вот, вот. Сейчас я вам покажу, как тут вот и девчата прыгают по всяким препятствиям, себе тренируются. Вообще-то вот так. Вот, 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 вот. Ну, комнату я уже вам не один раз показывала. Я сегодня взяла с собой книгу почитать, потому что мне сегодня очень как-то тут одной сидеть не очень. Папа с нами сегодня не поехал. Поэтому я буду сегодня одна тут с ней. Вот так вот. Мне, наверное, надо, знаете, какое-то немножко другое место, где-то другое место устроиться, чтобы было видно большая панорама и манеж весь был виден, потому что тут как-то не очень хорошо видно все, да? Давайте, вот я, наверное, вот так сяду, потому что тут везде же стекла, тут все видно. Давайте вот так, вот, наверное, будет лучше вам всем видеть. Я, наверное, потом с Аней немножко с ней поговорим и по... Ну, подождите, где это она уже теперь? Почему она так медленно? Почему она так медленно? Ну, будем сейчас смотреть, что... Может, опять ножки болят у этого лошадка, у лошадки этого. Бывает. Ай, нет, не у этого, сори, не у этого. Не у этого болят ножки. Красавец, красавец, молодец, красивый, молодец. Ну, жду, пока Саня немножко начнет делать уже тренировку активней, и потом тогда встретимся немножко попозже с ней. Вообще сегодня хорошее настроение у нее, потому что она отдохнула после субботы, воскресенья. И школа 4 урока только были, поэтому сегодня у нас было все супер, супер-супер. Ну вот, я уже ее подхватила немножко, она тут уже после тренировки, сейчас будут его немножко готовить. Ну я покажу, что там делается. Сики. Он сегодня меня этот ущипнул, поняшка, очень больно за руку. У меня нету вкусняшек совсем, я не знаю, что им дать. Вот, смотрите, что он делает. Он берет ручку, ее вот так вот, вот видите, лежит, а потом кусается, а потом кусается вот так вот у меня в руки. Я его боюсь. Вот так вот, видите, что тут происходит? Такие вот дела. Мне сегодня какие-то оба. Адидас, хорошая у тебя такая хорошая сегодня красивенькая заплетаечка. Ой, какой ты хочешь целоваться, ты хочешь целоваться, я боюсь тебя. Я тебя боюсь, я тебя боюсь. Смотрите, какой красавец, да? Какой красавец. Саня там готовит свою лошадку. Она, наверное, ее сейчас загон поведет. Пойдет на другой кататься еще. Потому что только тренировка только начинается. Я так думаю. Тут же,
гараже какой-то сидит красавец. Вообще, видите, просто о том, что все на тренировку. Ну что, не буду, наверное, на Сане мешать. Давайте так немножко через это вот так посмотрим на нее, чем она тут занимается. Ой, будет налаживать, чтобы он не устал. Я сделала для мисс Сани Ролтон на кухне. Она уже кончила тренировку. Сейчас она придет со мной. Сани, а я тебя снимаю. Сделаю я тебе Ролтон. Давай, где-то присаживайся. Ох, садись. А почему не в чашку сделала? Посмотри, как суперски получилось. Только вот так вот, знаешь, надо с ложечкой красиво. Ну, можешь перелить, если хочешь. Ну, было бы хорошо. Ты что, точно ты так думаешь? Да, Лиз, я когда была с Габриэлем. Ну, давай тогда бери камеру. Вот так вот. Осторожненько. Сейчас я тогда перелью. Да, спасибо. Ты ее можешь так себе красиво взять? Не так, наверное. Или, может, не надо? Мне кажется, что тут будет очень хорошо. Ну, мы кушали по-другому. Так, на, бери там. Сейчас я эту кружку положу тогда. Как тренировка? Хорошо. Сегодня очень как-то все быстро прошло. Хорошо. Очень много людей. Давай сядем там. Давай я тебя возьму эту тарелочку, ты иди садись. Хорошо? Давай. Как у вас, друзья? У нас Ролтон. Знаете, эти Ролтоны, это что-то... Ой, у меня бежит все. Саня, подожди. Теперь уже все. Сейчас, подожди. Как-то мы все вытерли. Подожди, шлем твой, Саня. Я положу. Он уже свое отработал сегодня. Можем немножко и отдохнуть. Давай ты. Тебе приятного аппетита. Покушаешь себе. А мы потом понемножку... Да? А тебе? Мне очень хорошо сегодня здесь, очень комфортно, потому что тепло. И очень хорошо я себя сегодня тут чувствую как-то. Там только, да, там у меня опять-то эти сквозняки, мне не нравятся, потому что я сразу начинаю кашлять. Знаешь, у меня тогда как-то я простыла где-то, и вот мне как-то протянуло все, и не очень. Это... Ну, Пикассо, она очень, ну, просто не терпит эту лошадь. Боится от чего-то, да? Видишь, наверное, не надо тогда тренировку делать, да, когда много столько лошадей, лучше тогда там, вот в этом... Вот эту лошадь она боится? Ай, вот эту, да, ну какая красивая эта лошадка, ой, какая красивая, вся такая, знаешь, рябая, как курочка, ряба вся. Очень красивая лошадка. Какого вкуса это? Мне кажется, говяжье что-то было, да? Если я... Видишь, масла тут нету дома, так я тебе еще масло положу, и тогда бывает очень вкусненько. А тут... О, папа, давай, подними ты ему трубку. Хорошо? Подними, подними. Что, все, мы выходим. Тренировка кончилась. Саня, смотри, только не простынь. Капюшончик одень на улицу. Давай. Обязательно. Все, пока-пока, товарищи, друзья. Ну, давай, Саня, еще тут с ним проститься. Пошли. Пошли, Саня. Ну, давайте, друзья. До среды. Откроешь? Откроешь, Саня? Давай быстренько, чтобы не простыло. Ой, ветер какой тут. Ага. Слышишь? Да. У-у-у, как страшно. Саня, бежим быстрее. Ну что, тогда, Саня, давай. Ставим лайки, подписывайтесь. Всем пока. Пока-пока-пока.